Так уж складывается, что все больше потенциальных арендаторов и арендодателей решают сэкономить на посреднических услугах, выбирая самостоятельный, финансово менее затратный путь решения квартирного вопроса. Тем не менее, на рынке аренды жилья нередки случаи обмана и недопонимания между собственниками жилья и квартиросъемщиками. Эти столкновения мнений порой абсолютно неразрешимы без грамотного вмешательства третьей стороны. Сейчас очень много арендаторов самостоятельно ищут квартиры через интернет. Их могут сопровождать определенные риски. Во-первых, не всегда информация бывает достоверной. Иногда представители, которые называются собственниками, таковыми не являются. Кроме того, объявления очень часто повторяются, и вы потратите свое личное время для того, чтобы прозвонить все эти объявления. Нам известны случаи, когда был неправильно оформлен договор найма, и в связи с этим и арендатор, и арендодатель внесли определенные потери. На сегодняшний день осталось немного классических агентств, которые предлагают свою профессиональную помощь по этому вопросу. «Твоя столица» агентства недвижимости является ведущей риэлторской компанией Беларуси, которая располагает обширной, постоянно пополняемой базой квартир и домов всех ценовых категорий. Для того, чтобы мы начали работать с арендатором, ему достаточно обратиться к нам по телефону или с помощью онлайн-консультанта и оставить свою заявку. Наши специалисты дадут полную консультацию, уточнят все параметры поиска, начиная от цены, от количества комнат, район. Если уже арендатор устраивает эти варианты, которые предложил наш специалист, то мы договариваемся о встрече с собственником для просмотра квартиры. На месте мы еще раз проговариваем все условия, составляем договор найма, конечно же, просматриваем все документы у собственника, помогаем в юридических вопросах. Подобрав подходящий вариант и пройдя все юридические этапы, осуществляется так называемая оплата по факту. И сделка между агентом и клиентом считается завершенной. В случае же возникновения форс-мажора по вине собственника, специалисты агентства в течение 2 месяцев обязуются оказать данную услугу арендатору повторно, но уже бесплатно. В ближайшей перспективе сотрудничество с «Твоя столица» агентства недвижимости станет еще удобнее. Расплатиться с агентом за предоставленную помощь можно будет онлайн. А с начала марта в компании еще и действует специальное предложение для арендаторов – оплата услуги картой рассрочки «Халва». Ну и в преддверии дачного сезона специалисты агентства советуют позаботиться о своем летнем досуге уже сейчас. Впереди пора отпусков, и многие арендаторы задумываются о том, чтобы снять себе загородный дом на лето. Сейчас самое время для того, чтобы начать поиски, так как с конца мая вариантов уже не будет. Поэтому обращайтесь именно сейчас в наше агентство «Твоя столица» для поиска вариантов. Даже если сейчас на данный момент для вас нет предложения, вы можете оставить свою заявку. Наши специалисты будут рады помочь вам. Мария Крунда, Сергей Курков. Утро, студия. Хорошего настроения.